китайская полиция ищет очень интересно что. Мы надеемся, что это не взрывчатка. А что деньги? Обыскивают в основном филиппинцев. Обыскивают везде. Причем в автобусе мы ехали прямо перед самой границей. Сейчас приехали на остров Самуи, здесь продолжают. Что нашли? Что это, что это? Нащупывают, нащупывают. Будем вас держать в курсе, но походу будет сейчас шмонать весь автобус. И нас. А у нас вон какая сумка огромная. Вон ему по пояс. Полный автобус детей. Шмонают и детей, и взрослых. Что-то нашли? Какие-то свёртки странные нашли. Вот они снимают всех. Все, этих двух женщин погрузили в тук-тук, вон машина, и увозят. Не поедут они с нами в автобусе. Походу, в полицию поедут. Ну вот, стреляли все, теперь и наш манер. Ребята, удачи у нас, знаете, сколько сумок? Обалдеете. Ребят, распаковка наших вещей с собой. Далее все спрятал за своей спиной. Обалдеть. Водитель сказал, что они якобы ищут кое-что на букву Г. Первая Г, последняя ИН. Да, то, что они, да. Сколько наберет? Я боюсь просто это слово сказать. Представляешь, сколько это просмотров наберет? Да. Нахрен просмотры. Ты представляешь, если это правда он, то вообще их жизни вообще хана. Как ты могли подкинуть вообще сейчас? Я, кстати, об этом думала, когда они шмонали мою сумку. Я думала, то, что этот. Моя сумка все время рядом со мной была такая, раз, вспомнила, думаю, все, вроде все хорошо. Я чувствую, мы не скоро отсюда выберемся. Вы посмотрите, что в автобусе лежит. Это морепродукты в основном. Это все, это крах всему. А если будут распечатывать это ж все. Я говорю, нашли, значит, все будет обшмано, это вообще весь автобус. Капец. Как мы добираться будем? Давай решать вопрос. Забрали телефоны. Олег говорит, да, сейчас будут пробивать, куда она пыталась позвонить. Девушка, которая сидит там в белом, она вообще глаза не поднимает. А которая в сером, немножко поговорила с ним. Ну, конечно. Жесть. А обыск продолжается. Да, обалдеть. С таким сюрпризом, да? Скажи. Нас не хотели сажать на автобус, мы там заходили им истерику. Они сказали, что нет сидячих мест. А тут все-таки кошмонали и очень много особо будет. Смотрите, там байк стоит. На полном серьезе. А девушек, оказалось, ждет смерть. Вот так. Все-таки это не шутки. В Таиланде реально смертная казнь за наркотики. Ну, особенно героиня.